Прощальный зал – это не что иное, как место прощания с усопшим. Обычно его располагают рядом с кладбищем, чтобы родные и друзья умершего в спокойной обстановке провели последние минуты прощания. Сейчас в городской администрации идет обсуждение, как должен выглядеть прощальный зал. Изучается опыт других городов. Ведь во многих даже небольших населенных пунктах такие места прощания уже существуют. Но пока на Димитровградском кладбище нет места для расположения прощального зала. В связи с этим рассматривается вариант расширения городского кладбища. Это вот администрация города сейчас разрабатывает этот вопрос с проектом размещения прощального зала на новом участке земли под расширение кладбища. Городское кладбище планируется расширить с северной стороны. Предварительно там вырубят деревья и благоустроят территорию. Татьяна Лисеева, Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.